Мимо стрелки бежали неутомимо, анонимы проходили мимо других анонимов. Мелькали лица, мелькали вагоны, вращались атомы и электроны. И я сказал тебе, будем знакомы, и какую-то дежурную шутку для своего промо. Твои глаза холоднее, чем за полярным кругом. Вот мой номер, позвони мне, все будет круто. Я думал, просто так, случайная встреча, и я забуду о ней за пару остановок до конечной. Такой сюжет видел вроде в клипе у Сплина. Решил нажать delete, из памяти удалить. Но закрывая глаза, я думал, где она сейчас, девчонка из вагона метрополитена. Позови меня, если станет рано. Я будто стал героем мыльного телеромана. Теперь я будто лишний третий в этом городе. Но если бы не он, я б тебя не встретил. Элементарное развитие событий. Ты как пятый элемент, тебя элементарно не забыть. Рисую в памяти, как да Винчи Мона Лизу. Но краски блекнут, и я недоволен эскизом. Мой телефон звонит, но снова не тот рингтон. Жду на дисплее надпись, номер не определен. Мы шлем куда-то сотни электронных писем, мы все время одни. Опять неверная комбинация чисел. Но если только вдруг ЧП или авария, в твоем сердце просто вспомнил. Помни о том, что есть один надежный парень. Говорят, в этой жизни все не зря. Если что, просто позови, и я буду рядом.